Добрый день, друзья. Съездил опять на приемку. 21 килограмм купил. Потом там было 21 800, они на этой же округлили. Вот это. И еще купил 2 килограмма алюминия. И еще купил 200, по-моему, 400 грамм. На 100 рублей, да, получается, этого латуни. Вот, ну, начну немножко с другого. Вот, в прошлый раз брал, а то мне говорят, там, сделай видео, как там восстанавливаешь. А что вот делать видео? Ну, заменил винтик. Вот это чуть-чуть было неправильно, это подогнул, не прилегал, все, заработало. Ну, как, ну, что тут снимать? Вот? Все, заработало. Ну, пока искра есть, но не очень пока. Работу надо разобрать, почистить. Но, опять же, интересно смотреть, как грязь чистят. Да нет, наверное. Поэтому вот видео такие я не вижу смысла снимать. Как-то оно получается, вот как-то так взял, о, заработало, что-то не работает, стукнул молоточком, заработало. Вот, ну не знаю, начну, вот взял такую пилку. Но я думаю, это современная, но как-то так, знаете, аккуратно сделано. А когда человек хорошо делал, то, ну, не будет он из плохого металла там вырезать. Вот для пилы из плохого металла, для какой-то там дряни, делать хорошую ручку человек. То есть, значит, он уже выбирал металл и вроде прямая. Потому что вот они вот эти всякие обушковые, вечно вот такие кривые. Там одна была с пластмассовой ручкой, я ее брать не стал, современная. Потому что она кривая. У меня такая, я из такой ножи делал, где там они мне валяются. Не из такой вот, которую я не стал брать. Вот, а это такая вот удобненькая, сделанная. И вроде, ну надо, конечно, зуб точить. Вот, ну, клейма навряд ли здесь какую-нибудь мы найдем там. Ну, вот такая вот пилка. Давайте как-то, может, я пониже. А, я расскажу то, что я вам не покажу. У меня на улице сейчас лежит. Взял вязальную машинку. Японская, там, Юки, что-то, One Touch, Auto. Поглядел в интернете, в рабочем состоянии, не новая, стоит 15 тысяч. Такое ощущение, что вот ее когда сдавали, она была так, состояние 1000 на 10. Но там, конечно, забавно, ее сдали как чармет этому, а чармет как этот принимает приемщик, который цветметом занимается, разбирать ему их лень было, там еще советская была. Вот, он их сдал туда. Ну вот пока вот их кидали, и там она развалилась, там, ну, я не знаю, там каких-то запчастей пособирал, то ли это от нее, то ли это от советской, то ли это вообще просто какие-то проволоки. Вот, ну, все в кучу собрал, и получилось 10 килограмм, она что-то с лишним весит. Вязальная машинка, то есть получается так, дороговатая вещь. Но если она стоит 15 в рабочем состоянии, то значит на запчасти вязальные, ну, да, ну, рано или поздно кто-то найдется, кому она надо, и возьмет ее там за полторы, я думаю, тысячи выставить. Наверняка кто-то есть, кто ремонтирует, кто этим занимается. В принципе, у меня есть знакомая. Можно у нее проконсультироваться по машинке. Человек работал, человек вязал, ну, на фабрике, дома вязала. Ну, именно на таких вязальных. Там свитера еще. Вот, ну, ну, я думаю, в принципе, там нечего консультироваться. Восстанавливать ее там грязи, там, если какой-нибудь проволочки не будет, и где ты ее возьмешь, от чего там это. Хотя, конечно, есть. Если кто-то знает, то вот взять у меня, грубо говоря, за полторы, и там, не знаю, какие-нибудь еще пару проволочек добавить, и там сбоку пластмассин отвалился, там, я не знаю, из какой-нибудь этого чего-нибудь выпилить и сделать вещь, которая будет стоить там 15, 10-15, почему бы и нет. То есть поэтому я думаю, я ее продам все-таки. Вот, ну, я, учитывая, что ручка была из алюминия, то есть этот там приемщик чармета, я ему показал, говорю, смотри, это же этот алюминий, точно. Ну, говорит, возьми много. Ну, разберут они. Сдадут обратно тому, то есть такая вот круговерть. Вот, поэтому тут было 21 килограмм, из них вот почти 11, там где-то больше 10
машинка. И взял колесо тоже. На улице показывать не буду. Заднее колесо. Ну там чем плохо с трещоткой шестискоростной, не с кассетой. Мне вот с кассетой бы, допустим, на 7 скоростей попалось бы. Более-менее живой. Мне такая полуживая нужна. Нет, цепь есть, ну, полурастянутая. Туда поставить как раз. Ну, добить цепь. Был бы, ну, какой-то мог быть резон, или бывает там, ну, кто-то предпочитает на, допустим, второй, там кто-то на третий едет, и, ну, вот в основном-то как-то на крайних, ну, редко. Ну, или там на первый, да, там, ну, на самый маленький, если это считать ответы. То вот, ну, бывает, что, допустим, у меня как-то было, я вот такое, типа, видео, но никто что-то его не оценили, просто меня износилось на одной, там, допустим, я вначале ездил на третьей, в основном звездочке, меня она износилась, пришлось менять, и там цепь порвалась, ну, все, надо менять, новую цепь поставил, и это. А вторая звездочка там была вполне живая, и у меня в какой-то момент, ну, следующая кассета, там вторая уже износилась, а, то есть ей уже, ну, нельзя было ездить, потому что я как-то, ну, соп, ну, как с тренировками на второй мне больше нравилось ездить. Я вот эту чик и заменил. Поставил на с той кассеты вот эту, и то есть заменил одну звездочку в кассете. Вот, поэтому, ну, пригодилось бы. А тут вот. Ну, и оно под этот, под вибрейки. Ну, опять же, там обод алюминиевый. Там покрышка вполне живая. Не знаю, какая камера, надо поглядеть, потому что у меня что-то камеры 100 раз склеены уже. Надо менять, поглядеть, ну, если там не 10 заплаток, то почему бы и нет. Вот. Такие дела. Взял вот такую вещицу, не знаю, посмотрим. Вот, на мой взгляд, она очень чистая. И широкий этот, это этот. Как он называется? Холодильник. Причем такой хитрый. То есть, ну, это какой-то такой профессионально сделанный, вот, запаянный. То есть не самоделка латунный. Ну, вот. И широкая такая, это горловина, то есть его промыть спиртом. И вот для все самогонный хотел сделать 100 рублей латунный вот этот холодильник. Здесь получается, вот, сделан, есть резьба, можно срезать, либо шланг сюда на выход. Допустим, здесь тоже есть резьба, сюда, ну, вот. А здесь внутри сделан конус, то есть плотно вставляться могут, собираться. Ну, не знаю, попробую, 100 рублей, ну, рискну. Купят, не купят. Сам буду гнать самогон и с горя пить. Если... Ой, это я руки вытер, брюзак, думаю, что такое. Попал под дождь, потом такое, как дождя вроде и нет, там небо чистое, надо мной дождь капает всего. Так, взял вот такая вот платформа, это, по-моему, тиски бывают такие, либо еще что-то. Вот, что бывает, она сломанная. Вот. Либо можно вот тык прицепили, у нас такая платформа. Ну, то есть можно. Выставлю на продажу, да и все. Кто будет использовать, либо тиски у кого-то там сломалось, допустим, уронил. Либо там, не знаю, плоскость, там как наковаленка, либо там, не знаю, паять, там еще что-то делать. Либо тут какой-то другой прибор может быть установлен. Там, ну, что угодно может быть. А, кстати, интересно, у лампы станочная не такая ли же, вот крепежка по размерам поглядеть. Но здесь она с резьбой, 4 отверстия. Не знаю, ну, тяжелая вот эта вещь, конечно. Берут иногда, сейчас вот у меня тут заказы несколько, особо, ну, и не, как бы не рассчитывал, что, как, ну, рассчитывал, что их возьмут, ну, вот, взяли такие вещи, которые, скажем так, не сильно ходовые, вот, так, перчатки. Хватил еще одну сковороду. Вот, ни одну еще не продал. Но вот в том году я не видел сковородок. А в этом я их вот что-то уже целую кучу натаскал. Ну, я думаю, приедет перекупщица. Я их по сводке-то все равно, я думаю, сдам.
Вот, если опять не треснутая. Предыдущего оказалась с трещинкой, с небольшой. А, ну я доводил. Вот, схватил казан, 2 килограмма, 200 рублей. Так что вот я 300 рублей. Ну, это современный кукмара. Вот, ну, с крышкой я сейчас не буду переворачивать, тут грязь, надо его чистить. Ну, вот. Так, давайте вниз чуть-чуть наклоню. Ну вот, взял трещоточку 14. Так, надо ее там, что-то плохо. А вот, все, встал. Я крутил, блин, трещало. Вот. Посмотрим. Ну, трещоточка. Так, взял вот такую трещотку, но здесь это без этого квадрата. Посмотрим. Такая, мне вот, кстати, вот такая она тоньше, легче как-то даже. Не знаю, сейчас поглядим. А, здесь на более маленький квадрат. Так, взял напильничек. Так пошоркал, вроде еще живой. Хотя здесь вот как-то он то ли уже. Ну, в середине немножко это, а по краям еще вроде живой. Ну, ничего не весит. Будем шоркать. Так, что я взял? Попался рубанок, но там что-то наварено сбоку, как-то он, ручка задняя сломана, пластмассовая. Вот поэтому я снял все, что было ценного. Вот передняя ручка деревянная. Так. Ну, вот она, лягушка, потом довольно острый нож. Вот, то есть комбинированный рубанок Сестрорецкого завода. Надо чуть-чуть грязь почистить. У меня у одного не хватало там этого, вот этой части. Поэтому, может быть, сейчас соберу еще один на продажу. Ну, или если не подойдет, и там они были модификации, то, соответственно, я буду продавать. Так, взял вот такой вот молоток. Ну, так, что-то я не пойму, с этой, что ли, с напайкой был, с твердосплавной, что ли. Такое ощущение, что да, была здесь напайка. Ну и фиг с ней, с напайкой. Почистим немножко. И вот лишние болгарочки вот здесь вот срежем. Молоток печника и... Да какая разница? Ну сколько? Ну все равно меньше килограмма он весит. Ну, может, килограмм. Если даже за 80 рублей его выставить, все равно в плюсе. Так, взял вот такую связочку заготовок для ключей. Здесь Toyota нарисована. GMI, General Motors. Ну, вот, здесь что у нас? Ну, GMI. Ну, неважно, вот, ну... Заготовки для ключей. Я думаю, они здесь что-то странное. Здесь как будто Mercedes, а здесь как Volkswagen. Вот. Надо почистить. Там какой-то грязи. Да, просто может выставить. Ну, либо, я думаю, похожие какие-нибудь, может, ключи где-то бывают. В каких-то замках я как-то делал. Можно выставить как заготовки. Вот еще GMA. 4 штучки. Ну, заготовки для ключей. Не знаю, от чего. Надо было эти кольца не брать, конечно. Так, что у меня? Не так, ага. На одну можно было свешать. Поленился, да ладно, как говорится, гулять-то гулять. Что у нас получится? 3, 6, 9, нет, 7, 11. 7 с пластмассовыми и вот таких. Ну, это стальные, конечно. Стоп. Вот это вот. Это магнитится.
Вот две магнитные, вот это какие-то другой формы. Вот. И вот эти, соответственно, все магнитцы. Часть латунь, часть латунь. Ну, выставить, я не знаю, заготовки, там, не знаю, по 10 рублей, там сколько, 11 получилось, там, за сотку их. Ну, сколько там они весят, где-то второе кольцо. Ну, полкило тут не будет. Там, за 80 рублей выставить нормально, вот. Вот такую вот пилку взял. К сожалению, вот полотно сломанное. Надо почистить. Ну, и без полотна, я думаю, тоже можно продать. Вот. Такая. Ну, недорого там, за соточку максимум. Так, вот заныкал вот такую вещичку. Ручка алюминиевая. Часто казаны попадаются без ручек. Соответственно, людям охота взял и вводил. И с одной стороны, с другой стороны, если есть какой-то недостаток, есть повод. Ай, дорогой, давай там это дорого, это дешево. Так, сверло вот такое вот урвал. Там такое ощущение, как новое. Ну, вот, как будто и не точили его, как с завода. Так, что у нас тут? R6M5. Так, ну, 11, что ли? Не знаю, короче. Не, 11 тут нету. Не вижу я, надо. Ну, по мере пригодится. Так, ключик вот такой взял на 11. Я уже комплектик собираю. Там был еще один, но тут какой-то раздолбан. А этот вроде как живой. Так, что еще взял? Взял вот таких вот этих петли. Xiong. Хитрые. Оп. То есть она вот такая. Что она как-то так вот. А, там вот пружинка есть, которая придавливает. Там она как-то вот хорошо придавливает. Вот, взял я их 4 штуки. То есть для какого-то шкафчика одного. Так. А вот 4. То есть тоже можно попробовать так-то по виду, они как будто и не использовались. Ну вот. Либо попробовать продать, либо вдруг, когда я что-то захочу сделать. Я так понимаю, что она... Ну, вот она. Видите, вот она в этой плоскости. И оно как-то вот так вот выдвигается. То есть, когда... Ну, то есть в сторону она не уходит, не надо ей место вот в бок куда-то. Ну, то есть вот 16 миллиметров, допустим, ДВПшка стандартная. Вот такая вот хитрая система, плотная. Вот, либо продать, либо пригодится. Так, схватил вот такую вот вещичку, до кучи. Зажимчики. Ну, вещь копеечная, так она и весит копеечную. Почему не забрать? Так, жало для отвертки. Вот такой набор. Здесь немножко обломано. Я что-то все там планирую, что-то там переделывать, сделать. Ну, планирую. Так, еще такой вот взял молоточек. Не знаю, как будто как то ли самодельный, то ли как его как зубило использовали, то ли как колун какой-то. Ну, тоже надо немножко, я думаю, болгарочкой подровнять вот это сбитое. А можно и так попробовать. Он тяжелый, ну, да, он килограмм весит. Рублей даже, может, больше, но в 30 вышел. За полтинник продам, все равно я в плюсе. А я думаю, он идет чуть дороже.
Вот такая вот вещичка попалась, отличная. Уголок разметочный. Если с ним все лиз. Что-то К1.2. ГОСТ. Да. Я, по-моему, есть уже таких парочка. Ну, опять же, погляжу, либо себе оставлю. Опять же, посмотреть надо, насколько он 90-й. Так. Вот такая вещичка попалась. Шишечка, это гиды от часов. Но они не редкость. Но их тоже продают. Да, она там весит. Тоже можно продать за какую-то. Так, попалось две вот таких вот головки. На 5 и на... Так, что-то я это не пойму. На 12. Ну, то есть это для таких вот отверток, уже для трещоток. Вот, ну, не знаю, насколько они нужны. Бывает там и такое проворачивается. Здесь ничего не весит. Так, взял вот эту вещь, не знаю, надо проверять. 13 блат с двумя Т. От 0,5, 1 миллиметр. Вот насколько они живые, вот в чем вопрос. То есть ржавчина их могла уничтожить. Вот. Тем более такие вот тоненькие. Ну, какими-то пользоваться можно, но опять же для себя можно оставить. То есть для там каких-то сверхточных работ, может, они и не подойдут уже теперь в таком, там не надо, а бывает не совсем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, ну то есть как бы все на месте. Ну, посмотрим, пригодятся в кулацком хозяйстве. Вот, взял вот такую штуку, не знаю, не уверен в своей правоте. А вот у меня ножик из обушковой пилы сделан, с кривой. Я ее просто нашел возле мусоропровода у нас. Кто-то выкинул, а я забрал. Вот, аккумулятор, вот я не знаю, так, мне, я взял блок вот этот сам, аккумуляторный. Что вещи полезные бывают, надо именно. Чук. Так, что-то странно здесь проводами. Вот, аккумулятор я хотел выкинуть, а потом думаю, а дай-ка я вот, чтобы комплект сразу сдох, вот, по-моему, такого не бывает. Скорее всего, там сдох один, два, а там парочка еще могут поработать. Соответственно, цена вопроса никакая. Ну, сколько это весит? Ну, грамм 4, да пусть по 100 грамм там они, по сколько, ну, полкило, там 15 рублей максимум за них я отдал. Если даже один живой, ну, сами знаете, сколько стоит сейчас аккумулятор на 1800. Как раз объем 1800 у меня были, я их потом товарищу так променял, отдал эти, в металлоискатель. И он что-то там жаловался, что там у него один там сдох, вот он там их. Другой сдох, вот я ему, может, их так же что-нибудь отдам, поменяю, если живые. Либо так, ну, скажу, на, чувак, балуйся. Вот. Попробуют, в зарядочку ставит. Живой, хорошо, не живой, ну, не миллион.
как сказать, стоит. Попытка, не пытка. Так, взял вот какие-то платы, даже не глядел. Ну, во-первых, платы можно сдать, как платы по 50 рублей килограмм. Уже в плюсе. Но, скорее всего, вот, когда куча вот таких одинаковых плат, две отломанные, две вот этой, три даже отломанные, то это, скорее всего, что-то одно и то же в кулечке, и, скорее всего, новое. И видно, что не... Вот оно. Так, вот это здесь, по-моему... это, по-моему, криво. Нет, так оно задумано, припаяно немножко криво. КВСУ. То есть я как-то покупал сам эти стабилизаторы. То есть я думаю, это вот оно и есть. 5 штук. Потом я где-то так же их покупал. Что они, надо поглядеть по виду. Это очень похоже, потому что здесь вот ин-вход, ин, то есть ин-минус, ин-плюс. Соответственно, здесь для чего они могут быть нужны? Для изготовления каких-то зарядок. Берем... Я делал там из динамо-фонарика, я там, по-моему, конденсатор ставил или нет. Ну вот, в динамо-фонарик вставил такую плату, по-моему, я конденсатор еще для сглаживания пульсации поставил сюда. И там с ручкой, и вот сделал. Соответственно, платы новенькие, значит, 5 штук. Да, они копеечные, там они стоят, я не знаю, доллара там. Я вот не помню, даже меньше доллара стоит каждая. Ну, извините, если даже они по 30 рублей каждая. А, вот одна я вижу, по-моему. А, тут верхушка отломана, я не знаю, будет ли она работать. Надо проверять. Так, извините, если 30 рублей каждая даже, то это как килограмм железа. А тут-то их... А весит, ничего не весит. Вот такие вот. Вот. Что-то. А, я какой-то этот хотел еще. Что еще можно сделать? Пауэрбанк. Соответственно, сюда. У меня есть литиевый аккумулятор, допустим. А, я не знаю, сдох он или нет от этого. А от электронной сигареты. Вот я хочу, руки не доходят, как бы особо не надо, что у меня есть пауэрбанк. В том году я его нашел на той же приемке, вполне рабочий. Там единственное, когда заряжается, там он должен мигать, ну я по инструкции, так-то, когда зарядился по-другому, а там он... Так, что-то меня квас сейчас хочет, видимо, стрельнуть. А там он... Ну, по-другому мигает, что-то светодиод, непонятно, зарядился или нет, но это, там система есть, которая отключает, вот, вполне рабочий пауэрбанк. Поэтому мне как бы особо не надо, но вот можно сделать, вот есть от электронной сигареты, там, получается, зарядка есть для него, а на выход, то есть добавить кнопочку и вот сюда, соответственно, с аккумулятора, и можно, и проводок, соответственно, цена вопроса. Никакая, а сигарету я подобрал. Так, забрал я вот эти вот штуки. Кто-то мне их говорил, что они дорогие собаки. Но здесь нету этих вот винтиков этих. Но у меня там несколько было треснутых. Ну, вещь копеечная. Это эти собирать из вот этих такого профиля. Вот витрины делают. Вот. Так, ну вот казан. Ну, вроде так, это, ну... Я вот так пошоркал, вроде больших ям-то нету. То есть он в каких-то белом налете весь. Ну он такой, по-моему, поверхностный. То есть я его сейчас щеткой просто счищу. Ну я так надеюсь. И у меня есть постоянная покупательница. Но у меня... Я надеюсь, его заберет. Не знаю, человек говорит себе, ну, мне кажется, все равно, но 7 казанов купить для себя, это, конечно, вопрос. Не, это большой, хороший, если вот сейчас, ну, после чистки. А, и что-то для меня загадочные люди, то есть, я не знаю, самые богатые они, что ли,
или как, вот, то есть выкинуть это, поглядеть на что интернета нет у тебя в телефоне. То есть я вот с этого вообще удивляюсь. Потом я на маленькую иногда заезжаю, у меня возле дома приемка, сидит парень постоянно в телефоне, и что-то там он, я не, что он там делает, я не знаю. Вот я смотрю, там у него в мешке двигатель лежит. Ну так ты сиди, да разбирай, значит, тебе его сдали, как чармет. Ты там сними обмотку, там знакомый там как-то встретил, он у него покупает, разбирает, медь потом встает. То есть, ну, какую-то там копейку, ну, вечером кино смотрит, так вот, знаете, кино смотреть скучно просто, как-то, либо жрать что-то надо, либо что-то делать. Вот, и вот он, говорит, сижу так потихонечку разбираю, там, платы туда, там, медь сюда, ну, и там, и, как говорится, и копейка, как говорится, и кино поглядел, и копеечку, семейный бюджет, вот. Этот сидит, ничего не делает, почему? Разбери, интернет у тебя есть, там, что хорошее, сфотографируй, выстави. Я вот, эта вязальная машинка, ну, за 1000 ты ее выставил. Взял ты ее 10 килограмм, по 6 рублей, по-моему, принимал. За 60 рублей. Ты ее за 100 продал, ты уже почти удвоил. За 500, за 600 рублей. Она, я думаю, улетела бы. Русская она там стоила тоже. Я просто с ней возиться уже не захотел, там как-то она. Ее тоже можно было продать. Вот этого. Но самое интересное, мне говорит, а тебе чемодан не надо? И подарил мне вот такой чемодан. Просто в подарок. При этом, не помню, на прошлой неделе, две недели назад, у него спросили про этот чемодан, он давно стоял. Типа, а что чемодан такой стоит? Там, типа, то ли для ружья они хотели, то ли еще для чего-то. Он, не продается чемодан, крутой. Ребят, ну... Так, ну здесь вот ножка выломана снизу, конечно. Немножко есть и косяки. Вот я просто не делал. Ну, а, здесь из 4. Так, там одна осталась. Две осталось ножки. Там просто отвалилась ножка. Здесь выломилась с корпусом. Ну, во-первых, так, ну здесь вот есть небольшие трещины. Я вам покажу. Вот, ну, во-первых, здесь вот идет рамка алюминиевая. То есть ты, он его мог, ну, алюминием занимается, сдать. Отломать и просто сдать. Вот, опять же, раз хотели купить, ну, так отдал ты за сотку. Все, и все бы были довольны. Просто отдал. Просто подарил. То можно пластмассу разбить, и будет вот, алюминий, потом к нему замки в чермет, алюминий ему же. Вот, либо вот сюда, и, по-моему, дихлоретаном этот пластик клеится. Такой, знаете, пластик в эти вот замки такие советские, ну, чемоданы. У меня где-то даже, по-моему, кусок был такого чемодана. Если никто его из родственников не выкинул, у меня должен быть кусок такого чемодана, и сюда его можно наклеить, в принципе. Либо ничего не делать, просто выставить его в интернет. Я вполне думаю, что его кто-то купит. Вообще, я люблю такие вещи. Вещь прикольная. То есть его почистить, с ним хорошо ходить на йогу. Знаете, если вот быть сюда, можно 4 коврика для йоги положить. Либо, знаете, такой штабель этих кубиков для йоги. Все с опаской заходишь в автобус, ты говоришь, ты что, киллер с винтовкой? Хоба, у тебя там кубики для йоги. Ну вот, или там, я не знаю, есть... А, этот, есть канал, как-то Чоп Виз Крис. Крис Помшей, у него как-то так фамилия. Американец, он эти... Работает ручным только инструментом, без электро. Я не знаю, рассказывал про него. Ну, известный канал относительно, кто столяркой интересуется. Вот, и там он как-то иногда делал какие-то выездные у него, там, типа, ну, на каких-то мероприятиях. Вот, и там, допустим, пилу у него тоже какая-то вот такая, чуть ли не кейс. В нем пила, допустим, лежит. Что он там здоровенной пилой, там что-нибудь шух-шух пилит. Вот такой чемодан для пил. Вот. Что еще? У меня клавишные есть, но у меня клавишные, короче, они, по-моему, будут для него, ну, большева для клавиш. Я не знаю. Это вот, возможно, это как раз вот тоже от вязальной машины.
Они как-то в чемоданчиках похожих были. Но вот японская, она здесь как-то очень так... Ну, чуть ручку не вырвал, я вез. Руль поцарапал этой. Поэтому как бы... Вот. Вот такая вот. То есть можно сюда наклеить кусочек, можно ничего не наклеить. Тогда я от кислородного этого, от аппарата ИВЛ... Нет, или он не ИВЛ, или кислородный как-то там аппарат. У меня был большой пластик, я его за сотку взял в деревне. Продал что-то за 800, что ли, или за 1000. Ну, я там как-то что-то скинул, по-моему. Вот я потом с чего скинул, как скинул, там можно по-разному посчитать. Но... Вот, то есть у меня взяли. То есть, возможно, этот возьмут, что можно так, для кому-то, там, не знаю, ружье хранить. Ну, хранить нельзя в таком оружии, возить. Или, опять же, бывает какое-то оборудование технологическое, длинное. Бывает, что еще? Вот, да я вот те же вот какую-нибудь пилу. Сюда, по-моему, двуручную даже можно положить. Это больше метра. Вот. Так что, я думаю, его можно тоже, не знаю, за сколько. Вот, с учетом, что ножка выломана, если были бы ножки целые. Я бы его, может, и за 500 выставлял. Можно вот сидеть в переходе и стучать. Потом в переходе кидают не за то, что ты музыкант, а за то, что как бы как Христа ради. Поэтому можно вот стоять и стучать. Вот так вот и будет. Считать, что это современное искусство. Вот, то есть вот такая для меня загадочная вещь, то есть люди, можно было, ну, чего человека, ну, потом, ладно, я там неохота в интернет выставлять, еще что там, возиться, а когда при мне вот, у него спросили чемодан, ну, вот, сказал там, если за бесплатно отдаешь, там, не знаю, 300, тебе сказали, да, ну, дорого, там, 250, ну, ладно, хрен с вами, 200, все. Положил их, и вот чемодан, вот они, деньги. Все. И все довольны, им он нужен. Чем они, допустим, те же люди поедут, потом увидят мое объявление, поедут ко мне. Ну, вот такие вот для меня загадочные вещи. Что еще там было интересного? Кругляки никак не заберу, что-то и так, ну, 21 килограмм нужен. Хочу заготовки. Что еще интересного? Ну вот по деньгам, я не знаю, я его опять же, вот меня она дешево берет. Перекупщица. Так, немножко я, наверное, наоборот, сюда мне надо. Вот так вот. Поэтому ну, рублей за 400, я думаю, она у меня его заберет. Взял я его за 200, ну удвоил деньги. Там, если за 500 выставлю, там, вот опять тогда же что-то она вот у меня брала это, два казана, две формочки для этих, все это. Там, по-моему, больше, на формочке я по сотне взял, а продал за 1000, то есть 800 на формочках, плюс на казанах, то есть больше 1000 с одной продажи, это я считаю нормально. Вот, ну вот такая вот, опять же, вот по овербанку можно вот сделать вот, такой вот блок, соответственно, прицепить. Вот это, кстати, они лежали рядом, возможно, кто-то что-то такое планировал делать. То есть ставишь батарейки и, допустим, иногда бывает надо. Хотя вот непонятно, аккумулятор вставлен, здесь соединено начало и конец. Вот, то есть оно, по идее, ну, должно было... То есть один аккумулятор должен был сдохнуть, потому что он вот накоротко замкнут. А, нет, или нет, это оно замкнуто. Ну ладно, посмотрим. То есть опять же у меня что-то какие-то все вот идеи там переделать фонарик там с такого-то на такой-то. Ну вот с этого на это вот чего-нибудь, ну, пригодится. Не знаю, ну, может, не пригодится, опять же, можно выставить там, не знаю, за 10 рублей в интернет. До кучи кто-нибудь и возьмет. Ну вот эти, я не знаю, что-то, ну, 5 штук. Там они доллара 3, что-то такое, 2. Что у нас доллар 70 рублей? Ну вот рублей 200 они стоят.
150. Ну, пускай 150, ну, по 30 рублей, значит, каждый. 5 штук, 150. Пускай 10, 160. Головки там, да пускай по 10. 180. Такая что-то тоже рублей 30 стоит. Ну, по-моему, 50 для ней, ну, пускай 20, 200 рублей уже. Угольничек, если он живой, сотки полторы стоит. Вот уже 200, 350. Так, что я могу? Молоток, ну, сотка, 450. Петли, я не знаю, почем они стоят. По полтиннику пускай. 450 плюс 200. 650. Соточки. 750. Ну, эти, опять же, они могут и 500 стоить. Ну, пускай сотка еще. Что там, 650. 200. 300. 400. 500, 600, так, 750, пускай 150, нет, 700, 800, вот 800, 900 где-то уже. Но это состояние фиговое, надо взвешать, там, может, рублей, я говорю, за 80, там, как-то вот. Ну, пускай за полтинник даже, черт с ним, возиться не... 950, опять же. Так. Заготовки, пускай сотка, 1050. Ключик там, не знаю. Ну, ладно, пойдем, давай вот эта трещотка. Ну, полтинник стоит, сотку она может стоить. Так, что, 1050, вот 1100. Еще трещотка, допустим, 100, Ну, допустим, две, там, не знаю, на полторы сотки. 1200. Пускай жалобу даже 1200. Сверло такое, может полтинник стоить. 1250. Так, что у нас там получается? Прижим. Сотни три я могу, хочу за него попросить. Что, полторы уже получается. Что, 1250, ну пускай 250, значит, полторы. Лягушка от этого, она рублей 300 может стоить с ручкой. Вот, 1800. Так, это ладно, это себе. Так, пилка, ну, полторы сотни опять же может быть. Так, еще аккумулятор, не знаю, ну, проверить, посмотрим. Там, товарищ. То есть около двух может быть. А, колесо еще, покрышка, там, какая камера, ну, тут тоже оно может до 500 стоить. Итого, ну, больше 2000 тут товара получается, под, ну, цены на... Соответственно, если взять еще вот этот, я, черт возьми, рублей 300 даже за него попросить. Я просто не знаю, от чего он, это, скажет, машина будет какой-то. То здесь это, насколько оно въелось, и можно ли его использовать. Может быть, я лоханулся, и его использовать нельзя в этой. С другой стороны, почему бы и нет, его промыть хорошо спиртом. Это охлаждающая жидкость, это как бы тут, хоть, ну, мы ее не пьем, а вот то, что здесь проходило. Вот. Ну, три, еще, может быть, 300. Если, опять же, казан 500, то около 3000 это может быть. При вложении 800 с чем-то. А, это каких трех? Это вот уже 3. И эту я хочу за полторы, может, за 2 попробовать поставить. То есть до 5000 продажа. Соответственно, вот 1000 вложений, то есть около 4. Так, в районе 4000. Чистыми может получиться. Ну, надо продать. Опять же, как я уже сказал, что вот эту вещь я взял не на продажу для себя, потому что периодически бывают они нужны.
то какую-нибудь люстру заменить, то еще что-то. Ну, мелочь, а куда-то ехать в магазин, да пускай она лежит, может не пригодится тогда в ближайшие, там, не знаю, 50 лет. Когда будем думать, это кинем металлолом. Ну вот. Там шипы, опять же, я тоже пока продавать не... Пока продавать нечего, оставлю для себя. Так сильно точно я вещами не занимаюсь, но пригодятся. За такую цену. Также, опять же, ручки я пока... Вот, ручки, петли вот эти. Опять же, я по полтиннику, а может они по сотке, а может они по 200, надо поглядеть, опять же. Потому что вот по виду... Нет, ну по качеству они не по 200 уже. Вот, ну, я ж не знаю, опять же, цены надо смотреть. Вот, то есть вот этот у меня для самоделок вещичка. Получается, я вот это, с... какие-то вещи продам, а оставлю, опять же, может, какой-нибудь самогонный аппарат, сам сделать все хочу. То есть, ну, я хочу, конечно, не самогонный делать, а уже ректификационную колонну, если делать, либо делать там как-то в комплексе делают, ну, когда меняют, там, когда надо, там, сразу на холодильник перегонять, когда надо колонну. Вот, потом там бывает медная трубка и всякое, надо вот... Как сказать, попросить можно. Ну, видите, этим надо заниматься, а я что-то, мне как бы времени особо нет, это раз, а во-вторых, я пью мало. Мне, вот честно сказать, оно как бы и это, а потом у меня стоит некоторое вино очень долго уже. Вот. Так, что-то я уже наговорил-то вам. Вроде вещей немного. Ну, я так понял, что есть люди, которым просто нравится так посидеть, послушать вечером, там, не знаю, за чаем. Кому надо, тот дослушать, кому не надо, тот. Что... А так оно, в принципе, опять же, 100 рублей холодильник, если я там еще за там, пару соток на трубку уйдет, там, из нержавейки, подходящую вот для колонны. У меня... Ну, алюминиевый, это плохо, у меня есть алюминиевый, это типа литров на 10, он, по-моему, или на 20. На 20, скорее. Такой бачок, вот, есть у меня от чайников нагреватели, можно врезать электрические туда, то есть это, ну, вообще не проблема. И вот уже, ну, то есть, в принципе, все вот сделать сюда только, соответственно, там, с выхода сюда какую-то пробку, там какой-нибудь фиксатор, ну, и вот можно уже будет гнать самогон. Вот у меня, в принципе, стоит 4 банки 2-литровых варенья. Потом варенье, это еще бабушка делала, бабушки уже нету. Может, не бабушка, ну, варенье уже лет очень много. Я его то есть, пробовать даже человек рисковый, но не настолько. Вот, ну, 4 банки 2-литровых, 8 литров. И из 8 литров варенья где-то получится... Ну, так где-то и оно и получится. А что оно получится? Не знаю. Ну, где-то 20-литровую как раз вот завести. Если перегнать. Вот, соответственно, там какие-то эти. Что еще? Про перегонку меня, конечно, это смущает. И есть не так далеко база, как сказать, оптовый рынок. Там приезжают вот со Средней Азии арбузы. Там возле каждой машины там по десятку их лежит битых. То есть я сомневаюсь, что куда-то их девают, может куда-то продают, там какие-нибудь курицы, там свиней кормить. Вот, но я думаю, можно, если купить, то очень дешево. Либо вообще за бесплатно это все забрать, там, не знаю, выдавить сок. В арбузах довольно высокая сахаристость, но я читал, там самогон из арбузов просто дрянь. Вот. А вот если его через ректификационную колонну уже перегнать, то я думаю, уже может быть и ничего, самогон. Но видите, опять же, этим надо заниматься, это надо пробовать, это надо там следить. Там перегонка это не минутное дело, целый там день. То есть, ну, это вот, опять же, если я не пью особо, мне оно как-то вот такая вот история. Ну, а так оно вот по мелочи. Вот, опять же, деревянная ручка для рубанка.
какой-нибудь сделаем, облагородим. Вот. Вот сейчас этот сделаю. Потом здесь как-то лезвие даже такое остренькое. Вот, все это мусор выкидываем. Вот, ну, все, благодарю за внимание. Возможно, вот эту пилку себе оставлю. Опять же, я вот не знаю. Мне вот как раз я все хочу там ящиков сделать деревянных на вот эти шипы и вот запиливать шипы. Мне вот как раз пилка и нужна такая вот такого типа. Это вот более-менее ровная, не знаю, как металл. Вот можно что-нибудь придумать, какой-нибудь обушок еще. Можно просто две рейки деревянные сверху. Такого типа у меня пилка есть одна, потом у меня более старая, с тремя винтами. И там чуть-чуть поживее даже это полотно. Цена 1 рубль. Вот. Такая вот, поэтому это на продажу сейчас почистить. Ну все, благодарю за внимание. Надо опять чистить. Хотел позаниматься там делами, вот некогда. Надо пока сейчас это все почистишь, сфотографируешь для интернета, там выставишь. Уже как бы и некогда. Ладно, удачи.